Алло, здравствуйте, это судебные приставы. Откройте, пожалуйста, дверь. Их не ждут, но они приходят. Встречают судебных приставов неохотно. Все-таки ребята не ведущие программы «Пока все дома». По имеющейся информации, в этой квартире проживает должница. Ее на месте не оказалось, зато мать неплательщицы была дома. Она и объяснила, что дочка уже давно квадратные метры с ней не делит. И говорить больше не о чем. Уберите, пожалуйста. Подобные рейды ежемесячные. Приставы и представители администрации обходят как можно больше квартир. Причина для этого есть. На сегодняшний день недоимка по имущественным налогам, по физическим лицам, по железнодорожному району составляет 27 миллионов рублей. С целью снижения налоговой задолженности Комитет по управлению железнодорожным районом совместно со службой судебных приставов, с представителями налоговой службы проводятся ежемесячные рейды. За этот день приставы и чиновники обошли 20 адресов, искали неплательщиков имущественных налогов. В основном должников не было дома. Я думаю, бессмысленно уже. Тем, до кого не достучались, приставы оставили послание о необходимости рассчитаться с долгами. А для тех, кто боится встретиться с людьми в форме с глазу на глаз и бежит от проблем, есть совет. Сильно переживать не стоит. Практически всегда существует возможность договориться. Дают возможность для оплаты, оставляют на ответственное хранение имущества арестованное. Поэтому ситуации разные и рассматриваются они по-разному. За жизнь без долгов Павел Игошин и Денис Лесников. Программа «Настоящее время».